Энергетическая отрасль имеет очень важное значение для региона. Благодаря таким специалистам в дома поступают тепло и горячая вода. Но каково это трудиться на новой Иркутской ТЭЦ, накануне узнали дети работников предприятия. А вместе с ними на экскурсию попала и наша съемочная группа. Четверть километра над землей. Так выглядит самая высокая труба Новоиркутской ТЭЦ. А это котел в разрезе. Его стенки толще человеческой ладони. Эти и еще десятки фактов о том, как столица региона обеспечивается теплом и горячей водой, узнали сегодня юные гости теплоэлектроцентрали. Все они из семей сотрудников ТЭЦ. Дмитрий Тербеев на станции работает больше 30 лет. И сегодня впервые на свое рабочее место пришел с внуком. Я с удовольствием привел внука, чтобы он посмотрел, показать ему рабочее место свое. Чем я работаю, какая принцип, сам принцип моей работы. Вот что-то у него, может, еще не совсем понялось, но все-таки, я считаю, он какое-то представление о моей работе уже сделал. Мне вот больше всего запомнилось, что на складе 450 тонн угля. Вот. Очень большой вот этот, как его, ТЭЦ Новоиркутский. Очень все интересно и познавательно. Экскурсия для детей сотрудников ТЭЦ проводится впервые. Для ребят это возможность увидеть, как трудятся их родные. Хотя подобные мероприятия в целом регулярно проходят на разных объектах компании N+. На производствах бывают студенты колледжей и университетов. Это одна из составляющих по профориентации молодежи. Популяризация энергетической отрасли и привлечение в нее юных талантов в числе ключевых задач для энергохолдинга. Важность подготовки кадров уже со школы обозначил основатель компании и промышленник Олег Дерипаска. Новый формат экскурсии – еще один из десятка разных проектов по развитию данного направления. Детям, наоборот, интересно, задают большое число вопросов. Наоборот, интересно делиться тем, что мы знаем. Интересно показать свои и умения, и условия работы. Это важно, я считаю, для компании в целом. Самой мне очень понравилось. Это все было так интересно, так то одно, то другое. Такие экскурсии для детей сотрудников энергообъектов продолжатся и в дальнейшем. Ведь так ребятам проще будет понять, насколько важная и ответственная работа у их родных. А возможно, для кого-то экскурсия станет началом пути в профессию. Олег Федоров, Андрей Назаров, новости по будням.